случае отклонения рабочего задания руководителем группы назначения, диспетчер вправе либо переназначить рабочее задание в другую группу, либо вернуть рабочее задание. На экране центра запуска выберите необходимый инцидент в списке «Отклоненные инциденты». В карточке инцидента во вкладке «Связанные рабочие задания» напротив рабочего задания со статусом «Отклонено» выберите другую рабочую группу, которой будет направлен инцидент на устранение. Для этого нажмите на значок с изображением лупы рядом с полем подразделения. После выбора другой рабочей группы необходимо подтвердить переназначение нажатием на пиктограмму назначения в группу. Откроется окно, в котором необходимо указать причину переназначения. Рабочее задание в статусе «Направлено в группу» получит соответствующий руководитель группы назначения. После чего руководитель групп назначения уже не сможет его отклонить повторно, так как в рабочем задании ему будет доступна только кнопка «Принять к исполнению». В случае, если вы хотите вернуть рабочее задание в группу с комментариями, просто нажмите на пиктограмму назначения в группу. Подразделение же остается прежним.